столько вещей у нас пришлось таскать, вот 300 метров где-то до дороги. Вот, и вот у нас сразу пойма. Вот здесь утки были, их расшугали. Будем скратки здесь ставить. Друзья, всем привет! У нас открытие охоты. Сегодня ночью у нас открывается охота, май месяц. Сегодня 4 число, 5 числа уже открывается охота 2023 года. Долго мы ждали, целый год ждем этого момента. Сегодня мы, можно сказать, на разведке. Вот со своим товарищем Фанисом приехал на разведку. Расположились, нашли место. Утки летают, уже дичь есть. К нам уже прилетели. Сегодня плюс, сколько? Было +22, но сейчас уже вечереет. Пока шмотки перетаскали, пока все это расположились. В общем, 300 метров туда 4 раза сходили. В общем, немножко устали. Сейчас будем расставлять манчуки, ставить скратки. Пойма буквально здесь рядышком. Вот. И будем охотиться. А потом отохотимся. Потом через пару дней, мы здесь на двое суток, через пару дней поедем уже в другое место. Ну, всем приятного просмотра. А мы погнали расставляться. И оставайтесь с нами. Покупал скрадок 2 года назад, стоил он 7000, сейчас намного дороже стал, стоит вот чисто на весновку одного человечка. Вот окошечко, здесь еще одно окно можно откинуть на липучках. Классный скрадок, сегодня будем испытывать, как раз сливается вот с такой травой, цвет прям подходящий. Сзади окно, вот главный вход, здесь, короче, получается, ну, два замка с этой стороны, один с этой стороны, один, то есть закрывается до конца. Вот, и еще есть, правда, перед входом это сделано, вот откидная сетка, получается, когда сидишь, она вот так натягивается, вот. Берешь, короче, ну, ружьем тыкаешь, она оп, и складывается. То есть, не знаю, я не испытывал, конечно, как оно будет откидываться, успею выстрел сделать или нет, но дело в том, что откидной потолок есть. Раз, откинулся. Ну, еще идет, короче, ну, от дождя еще крыша цепляется здесь. Прилепляется. Это не реклама, это просто рассказываю, что я приобрел. Для одного человека нормально будет. Вот мы сейчас расстановили манчуки. Столько манчуков. Вот у меня товарищ там тоже делает себе скрадок, правда, из сетки. Не знаю, что он там крутит-мутит. Что-то пытается какой-то фигвам построить. Он дал ему сеть такого же цвета, как вот эта трава. Ладно, уже почти вечер, солнце садится. Будем ждать утрянки, может быть, вечерки. Нет, скорее всего, после 12 ночи попробуем поохотиться. Че говоришь, дедовский способ? Вот. Вот так вот. Как-нибудь.
Ну, немножко, конечно, тяп-ляп, ну хотя бы так. Если ветер дует, то, конечно, это все повалится. Но сегодня не обещают ветра. Вот Фаниса, скрадок. А он мой. Будем работать на перекрестие. Все, расстановку сделали. Ждем вечера, ждем ночи, 12 часов ждем. Говоришь, 12 лет ему? Да, 12, даже может быть больше, по 13 лет. Кстати, видео может даже и понадобится. Один раз только ремень меняли. Ремень привода его один раз меняли. И не натягивали ни разу? Ни вообще ничего не делали. Да. Как он называется? Самый первый стелс. Стелс? Самый первый. Самый первый китайский? Ага. Ну это да, чисто детский. Для дитя вообще будет самый раз. Друзья, у нас сейчас утро, ночью я посидел, где-то до часу или до полвторого ночи, взял две утки, то есть они летали, потом еще полчаса посидел, в общем, перестали летать. Сейчас попробую на утрянке посидеть, товарищ у меня сейчас спит, вот, я поспал чуть-чуть, солнце у нас стало, ладно, что из этого получится, не знаю точно, но... Надеюсь, что что-то получится, и мы уже будем шлюм готовить сегодня. Ну, в принципе, неплохое утро получилось. Сижу с комфортом, вот в скрадке своем новом. Обзор хороший у него, окошки прям позволяют просматривать. Летят, не летят. В общем, сегодня утром 4 часа просидел. Ну, добыл пока одного. Вот. И сегодня будет вот шлюмчик сварим. Сейчас скоро. Думаю, буду заканчивать. И будем ждать вечерки. Потом уже товарищ приедет. Мы уже троем будем. Посижу на вечерке. Напарника разбудить надо. Дать ему задание, чтобы он там все дело почистил. Надо общипать еще уток. Вот, получается, вечерних добыл и сегодня еще одну. Ну, из трех уточек буду делать шлюм.
продолжается весновка. Сейчас другая компания. Я съездил уже домой, там, получается, в город. Забрал племянника, забрал еще одного человека. Сегодня еще два человека приедут. Приехали в то же самое место. Ждем, пока у нас пойдет река Обь. Вот так же самое расположились на том же самом месте. Сегодня будет вечерка, сегодня мы будем охотиться. Еще надо на шулюм настрелять, шулюм сварим. Вот. А так вообще, ну, офигенно. Погода жаркая, прям вот загораем, можно сказать. В майках ходим. Плюс 25. Вот. Ну, весновка продолжается. Шулюм на подходе почти. Сейчас обжариваем. Васик пьем. Обжариваем немножко. Сейчас будем уже основное мясо кидать, короче, в кастрюлю, в казан. Вот. А пока что мы компотик пьем. Так, выстрел по бутылке. Где-то там бутылка. Попал. Давно не стрелял. Попал. Вот все, понял как? Понял. Попал. Держи еще один. Тихо, неправильно. Ствол вниз. Все, вот сейчас правильно. Предохранитель есть? Нет. А вот ставь его. Убрал, поставил. После каждого выстрела предохранитель ставь. Ладно. А сейчас что, стоит, нет? Стоит. Все. Перед выстрелом, только перед выстрелом снимаешь предохранитель. Убрал. Вон там бутылка где-то. Да, вон на дереве. Есть, сбил бутылку. Красавчик. Все, вспомнил, как стрелять с ружья? Помню. Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. А мы идем... Ставить манчуки? Да. Думали, в другое место поедем. В итоге здесь остались. И опять будем расстанавливать манчуки на том же месте. Уже засасывает. Уже льда нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять штук. Ну, расстановка уже готова. Расставили манчуки, 9 штук. Все я не стал ставить. Вот скрадок. И вот столько народу. Вон там вот рыбачат. Целая куча машин. Все отдыхают, все рыбачат, кто-то просто отдыхает. 9 мая встречает, блядь.
9 мая, кстати, да, сейчас скоро. Сегодня 7 мая уже. Вот, Витька там, кум, пытается наловить рыбы. Вот. Ну, мы к вечеру готовимся уже, вот. Все классно, все супер. Одного взяли. Ну, конечно, не заснял я это все видео. Здесь лед. Приходится лед ломать ногами. Крикоша взяли. Одного крикоша для шлюмчика. О, вот это крикаш. Крикаш зеленоголовый. Хороший. Это у меня напарник взял. Андрюха. Мы, короче, сидим ночью. Сейчас где-то 11 часов вечера. Вот. Ну, я еще взял черка небольшого. Ну, это прям трофей, можно сказать. Так, надо достать. Блин. Самка, что ли? Блин. Точно, блин. Красавчик, да был. Сейчас болотники оденешь и пойдешь забирать. Давай. Держись, держись за меня. Держись. Ноги засовываю. Все. Подсвечу. Вон она там лежит. Красавчик, в лед убил ее. Так, дальше я не пойду. Нет, нет, это этот, черок. Черок, черок, черок. Нормальный такой. Первый, первый. Друзья, мы четвертый день на охоте. А сейчас вечереет, уже 8 часов вечера. Целый день дул ветер. Мы ждали этого, когда успокоится ветер. Сейчас уже его нету. Нету, где-то 15 метров в секунду был ветер, прям сдувало все, все в песке было. Вот, сейчас вечер, готовим шулюм, настреляли то, что вчера настреляли. Вот, сейчас готовим, сейчас вот костер разожгли. Я утку попотрошил, вот у нас костерчик, племянник у меня морковку чистит, озадачил, картошку я почистил. Вот, и у меня основная камера сломалась, не показывает. Буду снимать на GoPro-шку только. Все. Видосов таких вот прям красивых не будет особо. Видосы не получаются ночью, потому что, блин, сильно темно. Камера, именно моя GoPro-шка, она, короче, не передает то, что я реально вижу. А пока что мы готовим шлюмчик. We'll be right back.